Вообще, пару слов, что вы думаете о безвизе, молодое поколение? Это хорошо, будем ездить в Европу, будем работать. Так. Будем продавать там технику, все. Супер. Так безвиз же не дает права работать. Как? Как это не дает? Не дает права работать в Европу? Нет. Это плохо. Нам бы, вот если бы еще разрешили бы вот это вот, мы вообще были бы классные. Да, такой безвиз нам не нужен, что ли? Ну, как сказать, отдыхать для отдыха, может, можно. А так, ну, короче, это плюс. Все нормально. Спасибо. А это вы удачи вам. Не показываете? Конечно. Да? Ненужное время.